Речка и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое, родное. Это родина моя, всех люблю на свете я. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Не случайно песню Олега Газманова «Вперед, Россия» воспитатели выбрали для детского флешмоба. Простой и понятный текст в сочетании с музыкой дает представление о патриотизме, а плавные движения и перестроения дополняют коллективизма и учат дисциплине. Дети готовились к празднику, репетировали, изучали российскую символику. У нас в каждой группе были созданы мини-музеи по патриотическому воспитанию, в котором отражалась не только символика нашей страны, а также красоты, дары нашего Приморского края. Также знакомились с традициями и обычаями наших предков. Конечно, это все было осознанно. Было заметно, как волнуются дети. Они старшая группа в этом учреждении, и на них вся ответственность, будто бы от них зависит судьба России. И пусть не все выучили слова, но содержание и смысл мероприятия понятен. Патриотизм. В нашей стране это не пустой звук, а слово и дело. Огонь и сила.